выбрать самый сладкий ананас. Смотрите на его цвет. Зеленый ананас никогда не станет спелым. Если его срезали зеленым, он так зеленым и останется. Это вам не банан. Поэтому сразу ищите желтый. Маленький лайфхак. Осторожно потяните за лист из центра розетки. Если он легко отделился, ананас спелый, можно брать. Всем вкусных ананасов!